Итак, друзья, я рад вас приветствовать вновь с Ведьмаком Геральдом в нашем дальнейшем путешествии. Мы получили приглашение от Киры Мец. Привет, Ромочка. И сейчас отправляемся в гости. Продолжаем, вернее. А там вообще за избушка на курьих ножках. Или не показалось. А, это лодка. Понятно. Да, кстати, лодочки у нас тут такие, в общем-то, бьющиеся. То есть, если слишком часто... Кто у нас там? Вот топец! Покажи, что умеешь. Куда пошел? Да что тебе попасть никак в тебя? Ага. Печень, понятно. Там у нас еще какие-то есть. Это был босс чудовище или кость, видимо кость. Давай с этим тоже разберемся. Вот так вот. Язык, мозг. Так, понятно. Мы спускаемся обратно. На нашу лодку и отправляемся далее Кири Мец. Ну давай, что, заднего хода нет, что ли? Вот видите, кажется, задний ход есть. Ну так вот, вот такие вот чудеса. Правда, не знаю, выплывем мы здесь или нет. Ну вот я оказался прав. Мы оказались как раз на мели. Ну ничего страшного. Сейчас выскочим как раз. Зайдем в эту деревушку, посмотрим, что там, что у нас там за задание. И потом отправимся к... нашей знакомой Кири. И вам уже всем и себе тоже. Что, убежал что ли? Или не знаю, куда деваться. Эй, придурок, ходи сюда. Это столько вкусного. Мозг, глаз. Зуб, мозг, и еще один мозг. Так, да, нам, ух ты, это почему? Ага. Висит, товарищ. Так, а где у нас эта деревня? Ух ты, у нас тут и броник, и продавец. Ну, замечательно, заодно и подлатаемся, подремонтируемся, продадим нужное, ненужное. И заодно узнаем, что у нас тут за... У тебя как творог бегает, а я бы творогу поел. Ой, поел.
мечтатель, блин. Так, а посмотрим, что у нас тут в объявлениях. В общем-то, из главных. Деревья шепчут, что хозяйки леса недовольны. Понятно. Люди добрые, мне снится сон, будто я открываю рот, и все мои зубы уже выпадают. Интересное объявление. Не забывайте, что после захода солнца надо сидеть по домам. Тоже понятно. Вору, который все время обкрадывает мою кладовку. Колбаса, что ты унес на той неделе, сделана специально для тебя. Мясо с души кобыл с червями. А для вкуса я добавил другие продукты. Интересно, надеюсь, ты всю сажал, проклятый ублюдок. За миску супа и ломать хлеба сделал любую работу. Знаю бондарное и... ну, бондар. И столярное ремесло. Инструмент свой. Болимир. Вот так. А вот это, я думаю, с печати уже задание. Слушайте, слушайте, на полях у нашей деревни завелось какое-то дьявольство. Только ни дух и ни призрак. Старый Вилем гробом матери клянется, что это лишачиха. Так это или нет, только будьте осторожны, на поля одни не ходите, а без косы и граблей и подавно. Да, нет у меня ни косы, ни грабли, жаль. Кому же отваги достанет прогнать чудовище, тот получит награду. Болько, у нас Украина, староса по лесе. Понятно. Так, берем. Посмотрим, что у нас тут за... ну, в общем-то, давайте-ка посмотрим, где это у нас задание на полях. А, надо поговорить со старостой. Хорошо, давайте поговорим со старостой, потом надо будет не забыть подремонтироваться. Это старост, что ли? Ну, видимо, да. Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал? Так и есть я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Так, а поговорим-ка о награде. Хотя, когда говоришь о награде, там, если он дает, если можно выторговать немного больше, то там не особо... Поговорим о награде. Не особо много. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Вот, видите, он дает 239 изначально. Можно увеличить до, в общем-то, 338, но навряд ли он на это пойдет. Не больше половины, я думаю, можно выторговать у него. Так, давайте попробуем на 300 сначала. Он на это скажет. Лишачиха наше, понятное дело, супротивник серьезный. Только вот нету у нас... Так, скините чуточек. Чуточек это не совсем много, я так думаю. Это 285 максимально, я думаю. Лишачиха наше, понятное дело, супротивник. Но если третий он не примет, 200, допустим... 60, вот так вот. Ладно, пускай будет по-вашему. Ну вот и поехали. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать?
Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но поговорите с Агнетой. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Так, понятно. Теперь надо поговорить с какой-то бабой. Видимо, с Агнетой. Бедный Мирко. Остался один-одинёшенек, как перст. Как они радовались. Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела, как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела, смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. Их грызешь или глотаешь? Так. Появилась, как стемнело. А красивая у тебя висюлька. Так, купец спонсор какой-то. Что спонсируем? Амулетики? Визардчики? Может, черепаший камень? Да. Камень давай. Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни. Надежные средства в ненадежное время. Да. Так, сначала смотрим, что у него есть. У него есть карты для игры в Гвинт. Гребаная чего? Пихтура. Так, рукопашный, силы отряда 1. Это у нас, ну это, скорее всего, пехота. Дальнобойные, это у нас лучники. Тоже пехтура. Мортейсент, фракция Нильфгард. А, этот предмет уже есть. Специальное умение «Прочная связь», чтобы удвоить силу обеих карт. А здесь у нас то же самое. А на эту возьмем. Потом как-нибудь придется сыграть, наверное, в этот самый гвинт. Хотя и стоит он довольно-таки. Так, это у нас шоры. 20 тревога. У нас там, по-моему, 30 объем сидельных. Блин. Не помню, нифига. Ладно, сейчас попродаем, что-нибудь им поскидываем. А потом уже 210 у него. Так, металл. Меч воина дикой охоты. Так, это ерунда.
178. 33. Так, сапоги, штаны, перчатки. А этот он берет за 29. 147 берет Магрим. Я думаю, что его взять. Кеннерден. Тут 2% опыт бессмертельный удар по чудовищу. А там, а на змее 20. Вот разница, либо качать все-таки. А у него денег недостаточно. Какой нищеброд, блин. Так, это он не берет. Это он вареньки всяким берет. Но они по нулям, так что. Так, это он не берет. Ага, замесла куча всего можно продать. Ну, это когда у нас все кончится. Ну, ремешков сколько. Так, да. Итак, у нас получается шоры 20, сидельные сумки 30. Сейчас. Прощай. Сравним, что у нас. Надето. А шора у нас, кстати, нету вообще. Сидельные сумки у нас 30. В общем-то, то же самое получается. Седло 25 энергия. А для чего нужны шоры? Это защита. Защита лошади. Куда пошел? Стоять. Амулетики? Боятся. Руки вверх. Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни. Да хорош болтать, блин. Где они? Вот они. Тревога лошади. Лошадь шорами меньше пугает. 183. Ну вот, у тебя появилось 212. Замечательно, можно будет скинуть, наверное, тебе эту шашку. Вот насчет камней, я не помню, их можно варить или нельзя. По-моему, можно. Из какого-то количества... Малого можно сделать простой. То есть это получается 2. Ну, грубо говоря, где у нас еще есть? А, вот. Малый 2%. Простой 3%. А еще улучшенный, по-моему, дает там то ли 4, то ли 5. В общем-то, там прокачивать можно их. Довольно-таки можно прокачать. Тут у нас так, это у нас блин, я с камнем его продал, с сардом, ё-моё. Заморозка, перун. Ну ладно, черт с ним. Ушел арт, так ушел. Так, а если в гвинт с тобой сыграть? Ну, давай, 5 рублей. Не хочешь сыграть в карты?
В Гвинт, к примеру. Ну, по крайней мере, карта отряд 21. Почему? Я ж купил только что карту. Достаточно карта отрядов. Карты в колоде 29. А сколько должно быть? Общая сила. Героев 0. У него там скрытели, чудовище. Все у нас по нулям. Нильфгард тоже по нулям. Ну только Королевство Севера у нас, и почему-то тут у нас карта отрядов 21. Ладно, протеряли мы у него, в общем-то. Амулетики? Слушай, амулетики, давай-ка посмотрим, что у тебя там за... Покажи мне свои товары. На... Зубы мертвецов, почечные камни. Болтун, твоя фамилия. Этот предмет есть, этот предмет... Ну, взял я ее. Давай, Гвинт. Уже две карты взял. Опять 5 рублей. Не хочешь сыграть в карты? В Гвинт, к примеру. Так, что у нас? О, опять не хватает. Карта отряд 21. Ну что, дублирующая была какая-то. Ладно, будем в общем-то, собирать по мере возможности. Там посмотрим, там может быть что-то. Так, посмотрим, что у нас тут брам-брам-брам-брам с этим ремесленником. А я тебе говорю, это все из-за его шлюшки. Броником. Он невинный был, то, что он на войне. Так, секундная. Шлюха с войны. Пауза, друзья, извиняюсь. Ну, немного... Да, это было конвертирование предыдущего файла. Я просто заметил, что он... притормажит, поэтому я его отключил. Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Болтун. Так, сделай мне одну вещицу. Посмотрим, что он может. Он может сделать скеллерский гамбез. Фигня. Сидарийский гамбез. Может, фигня. Тут вообще... Даже если самый крутой. Броня 150. Все равно нужен... Уровень черти какой. Так, железный, малый рунный, кстати. Ух ты. Дымный кристалл. Малый рунный нам пригодится. Обрезки, серебряная пластина, слиток серебра. Будет, наверное, парочка. Так, кавалерийские. Шестого. Броня плюс 7 у нас идет. Дратва. Шкура охотничья. Фигня, да? Теперь не кольщим, ударом рубящим. Так, давай все спрятаем. Кавалерийские сапоги. Не хватает для кавалерийских. Он не продает, зараза. Ну, ладно, улучшение. Вот. Чтобы сделать малый рунный, нам нужен просто простой малый рунный камень. И... Тут эссенция чудовища, тут аметистовая пыль, тут, видимо, изумрудная с
сапфировая, рубиновая, янтарная и, соответственно, толченая плоть. Ну, пока у нас чертежи вот для малых рунных камней, штаны следопыта. Есть все детали, но мы не можем напялить, потому что у нас 6-й уровень. Хотя он тут по этим самым, по минусам идет, здесь что плюс 12 броня. Так что носи свои штаны сам. Так, ремесло. Ага, вот эти перчатки я так что состряпал кавалерийские. Так, тут все пропало. Так, а тут у него. Охотничий. 13 броня. 14 броня. И вот, кстати, у него вот эти вот ух ты, ничего себе не стоят эти компоненты пыли. 266 за 200 все. Да, круто. У него даже оптимаматор есть, эссенция элементаля. Ну, серы у нас, в общем-то, хватает. Ладно, будем собирать пока, в общем-то, все остальное. Давайте-ка займемся починкой. Так, 34. 10. 27. А все 66 еще. Ладно, чиним все. Ай, блин, я, по-моему. Будь здоров. Я, по-моему, тут, да, надо было кавалерийские 7. Это кавалерийские 14. Ну вот, тут у нас стоимость 66, хорошо, если он за 20-ку возьмет. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная. Оно ничему. Покупайте, Габриэль! Хорош трандить. Покажи товары. Так, пятнашка. Хи-хи-хи. Забирай. Ага, вот у нас тут вторая карта Эдвина Грэлов. Предметы ведьмачьего снаряжения. Только какое оно? Ну, это буквально вот. Так, двушки у нас все есть. Ну, то есть мощь этих малый дымный глиф. Дымный 35. Хватит ли мне на все это? Должно. Черт с ними, с деньгами. Это все со временем, в общем-то, найдется. Чертеж малый дымный. Будь здоров. Вот. Ты когда-нибудь кору с деревьев жрал? И он же я может. Покупайте, Габриэль! Давайте посмотрим. Хорош болтать. Так. Покажи товары. Ремесло. Так, доспех убираем, компонент убираем, перчатки, сапоги. Улучшение. Да, нифига он не видит, что-то почему. А. Малый рун.
Или, блин, или прочитать его надо. Ё-моё. Будь здоров. Нифига. Так, чума, сифилис и гонорея. Проиграл в Гвин первую карту, которую приготовил для профессора Аттимштейна. Теперь надо возвращаться в базовый лагерь у Кривоуховых холмов. Начинать все сначала. Адъюнкт Эдвин Грелов, один кафедра естественной истории Ксимфуксового университета. А тут у нас попал в рабочую группу Аттимштейна, начал исследование ведьмачьей школы Грифона. Вот оно. Быстро определил расположение других мест, каждая из них обозначена пиктограммой в виде ведьмачьего медальона школы Грифона. Нанес на карту Эдвин. Ну вот и все. Чтобы нас зло миновал. Шесть частей школы Грифона. Снова потащился после колдовки. Говорю тебе. Грифон один. Она какие-то проклятия. Грифон два. Силу живую высасывает. Вот и мой мужик как от нее вернется, знай, только перед хатой сидит и в зубах ковыряет. Ничего по хозяйству не делает. Погорячился. Ну вот, Грифон 2, 18 уровень. Грифон 1, 18 уровень. Код получается у нас Грифон Новиград, Ничейная, код еще Велени. Простой Грифон, значит, у нас получается 6. Запускать могилу ведьмака Георга. И Грифон 1. Сапоги, штаны, стальной меч. И Грифон 2. Перчатки. Серебряный меч. Так, понятно. Почти. Дополнительное. Собрать полную коллекцию карт для Гвинта. Множество мест. И как оно нам покажет? Угу. Понятно все. Нифига он не показывает, потому что это такое. Так. Лишачиха. Десятый. Офигеть, у нас только шестой. Могу сказать поля. Так, а у нас бестиарий нет случайно лишачихи? Так, бести, огры, проклятые, трупоеды, гибриды. Так, в гибридах нету. Духи-призраки нету. Стихии горгулья. Огры, хнекер, проклятые, волковак и гоша. Гуль, водная баба. Нифига. Чем с ней бороться, блин? Непонятно. Доступные очки умений 2. А, ну да, мы с 6 уровня. 7 мощь знаков. Ага, у нас тут вот открылось что-то. Вот это я думаю, надо сюда переместить. Это у нас. Блин. Сила атаки плюс 5. Здоровье, здоровье. Здоровье. Туманник, мощь знаков 5.
сила атаки. Прирост очков. Увеличивает скорость. Прирост адреналина. Так, если сюда один. И сюда один. Нет. Так. Знаков, а тут у нас получается сила атаки. Если так уж, сила атаки 15. Ну, получается, что мощь знаков мы никуда уже не воткнем. Работать будет в диалогах. Этот у нас работает отдельно. Ну, каждая штука будет, в общем-то, открываться по мере нашего дальнейшего прохождения. Так. Да, собрать полную коллекцию карт, конечно. Давайте-ка, наверное, попробуем разобраться. Это лишачиха, а потом уже... причем, насколько я помню, она вроде бы как стемнеет. Где-то вот подождем до нулей. А мечи у тебя под дождем не ржавеют? У меня ничего не ржавеет нигде. Ни мечи. В ножнах. Ни то, что в штанах у меня тоже не ржавеет. Так, а где это? А, вот оно. Все. Так, где? Ну вот, опять куда-то смылось. Ух ты, так это рядом вроде бы. Это что такое? Обыскать ближайшие поля. Ну, кто-то там рычит, да? Здесь шла женщина. Босиком. Понятно. Идем дальше. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Так. Круг сужается. Вернее, двигается. Заяц, ты что-то делаешь? Угу, понятно. Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы.
Калишачиха. Ага. Дезертир. Офигеть. Так, ладненько. Убийца отнес тело в лес и закопал. Но дело не глубокое, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Хоть я и говорила ему, что не хочу его знать, знаю, что ты Букая не боишься. А вот я боюсь, он говорит, что любит. Только это не такая любовь, как с тобой, а стервнелая и страшная. Не даст нам Букая покоя никогда, нам надо бежать. Оставь мне ответ там, где всегда твоя. Это же девушку убил отвергнутый возлюбленный. Помощница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Так, у нас лишачих появилась в бестиарии. Кто она у нас? Она у нас, наверное, не дух... А, нет, она у нас дух-призрак. Ага. Все ясно. Лишачиха у нас из разряда духов и призраков. И потому ее надо будет... тормозить. Пока мы, наверное, разберемся с этими парнями. Нехорошо. А чё? А теперь хорошо. Так, где тут стрелок поганый? Да ну. Ты точно уверен в этом, что кому пиздец? Этот самый конец настал. Ну вот. А тут у них должно быть что-то в сундучке. А, так, так, так. Лучшее масло против гибридов и гамбез верденского лучника. Ну что ж, весьма неплохо. Игра с длинный магический меч. Посмотрим, что у нас тут. Да нифига, никакой какие-то, блин. Гамбез верденского. Ну, тоже ерунда, в общем-то. Так, ладненько. Нам нужно расспросить старосту. Староста, староста, староста! Так, где это? Которой нету. Иди сюда, моя высушенная, соленая. Надо тебя как-нибудь откормить. Так. Так, так, так. Ага. Давай, плотва. Где этот, блин? Которого нет. Спишь, если бы не хозяйки, что к чему. Приветствую. Вы по какому поводу? Прощай. Тот самый белоголовый? Да, тот самый белоголовый. Так, друзья, у меня тут, походу, немножко со временем там и зап, поэтому давайте-ка встретимся в следующем нашем путешествии, в следующем нашем путешествии с ведьмаком Геральтом. Увидимся. Нелегко. Всем сейчас. Пока. Ой, нелегко. Вермочка, пока.